Обсудили новое послание. Накануне состоялся актив области под председательством главы региона, на котором рассмотрели реализацию послания Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. Стратегия «Казахстан-2050» – новый политический курс состоявшегося государства. На собрании приняли участие ветераны войны и труда, депутаты областного маслихата, руководители государственных органов, акимы городов и районов, представители творческой интеллигенции и бизнес-структур. Об основных принципах политического документа в материале Шалкарбек. Главный программный документ страны включает в себя 7 основополагающих принципов, реализация которых позволит Казахстану войти в число 30 самых развитых государств мира уже в 50-м году. В связи с этим глава региона остановился на том, что сделано и что еще предстоит сделать для реализации поставленных задач. В этом важнейшем политическом документе обозначена новая парадигма задач, которая включает в себя дальнейшее развитие и укрепление государственности, переход на новые принципы экономической политики, всестороннюю поддержку предпринимательства, формирование новой социальной модели, создание современных и эффективных систем образования и здравоохранения. Кроме того, повышение ответственности, эффективности и функциональности государственного аппарата и выстраивание адекватной новым вызовам международной и оборонной политики. Через 2 года на новых объектах Карагандинского региона, которые создаются в рамках карты индустриализации, будет произведена продукция на сумму свыше 100 миллиардов тенге. А к 30-му году по объему промышленного потенциала они должны сравниться с такими промышленными гигантами, как ArcelorMittal и Казахмыс. В текущем году в области проведены аналитические исследования по определению перспективных отраслей и ниш. Выявлено свыше 140 проектов. Их реализация придаст дополнительный импульс развитию машиностроения, химической и строительной промышленности, энергетики и туризма. Кадровый и научный потенциал, наличие необходимых сырьевых ресурсов позволяет создать основу для развития высокотехнологического кластера по разработке и производству композитных материалов. В итоге уже к 2030 году структура региональной экономики должна существенно видоизмениться. И к 2050 году эти предприятия будут формировать социально-экономический портрет Карагандинской области. На сегодняшний день немало примеров, когда вложенные средства в той или иной объект строительства не принесли ожидаемых результатов. Это незаполненные школы, объекты водоснабжения. При том, что 90% бюджетных расходов выделяется на содержание объектов социальной сферы и содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства. В связи с чем глава региона отметил необходимость проведения работы по оптимизации объемов текущих расходов. Тратится только в пределах возможностей. Таков новый принцип бюджетной политики главы государства. Также необходимо прекратить практику разработки проекта сметной документации, как говорится, про запас, по которым не определен источник финансирования. Как определил президент, бюджетное финансирование должно быть направлено исключительно на реализацию проектов, имеющих значение первостепенной важности для населения и экономики региона. Нашими приоритетами бюджетной политики должны стать оптимизация объемов текущих расходов через эффективное использование каждой бюджетной тенге, включая передачу объектов в конкурентную среду. Сильный бизнес – сильное государство. По такому принципу продолжится всесторонняя поддержка предпринимательства. Работа будет проводиться в развитии государственно-частного партнерства, производства альтернативных видов энергии, включая использование метана из угольных пластов. Это станет основой для появления в регионе новой отрасли – газохимической. Также особой заботой станет развитие физической культуры и спорта, для чего будут возводиться новые спортивные сооружения. Остановившись на других разделах послания президента, глава региона дал ряд поручений акимам городов и районов. По итогам обсуждения повестки дня актива будет организована информационно-пропагандистская работа по разъяснению программного документа главы государства. Анна Шалкарбек, Ураз Абасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.